С 1 июня открывается купальный сезон. Ночью боксарцы уже активно отдыхают на берегу Волги. Комиссия в составе сотрудников Роспотребнадзора и Госинспекции МЧС по маломерным судам оценили готовность пляжей. В Чебоксарах работают 4 пляжа. Они оборудованы душевыми кабинками, питьевыми фонтанчиками и камерами хранения. Начали работу спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам. В выходные дни их количество на постах будет увеличиваться. Сотрудники МЧС напоминают всем жителям республики о культуре поведения и предельной безопасности на воде. Вода суток, она ошибок не прощает. Строго запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Все те несчастные случаи, даже на сегодняшний момент, с гибелью именно на воде, происходят с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание хотелось бы обратить на детей. Сейчас начинают школьные каникулы, очень многие дети предоставлены сами себе. Даже в утреннее время, вот проходя по воде, я иду, да, на лодке, очень много детей без взрослых, очень много. Поэтому большое внимание именно взрослых обращать на это внимание. Даже если это не ваши дети, если вы видите то, что дети одни находятся без взрослых, все-таки можно сделать замечание. На случай, если кому-то станет плохо, в местах массового отдыха работают медицинские пункты. Кроме того, в этом году на пляжах появились кнопки оперативного вызова сотрудников полиции. За последние годы грубых нарушений общественного порядка на берегу не зафиксировано. Незрячие боксарские пляжи считаются одними из лучших в Приволжском федеральном округе. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.